Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами Свинятина и Геймни Фира. И снова Fast and Light. Хотя Геймни вне эфира пора уже переименовывать в Fast and Light. Просто. Поскольку других игр я пока не вижу, чтобы их снимать. Но эта игра меня затянула, и надо все-таки с ней хотя бы одержать хотя бы одну победу. А когда одержим победу, тогда и подумаем. Да, тут у нас... Что это, блин, такое происходит? Давно я в последней серии не врубался. Но... Будем разбираться, на чем мы с вами остановились. Если честно, я бы сделал апгрейд вот этой системы. Было бы очень замечательно. Но он делает апгрейд всего на 5 секунд. Фух. Уже сделал первый апгрейд, как только с вами поговорил. И записываю я не через Audacity, а обычным способом, поскольку звук в прошлой серии был хоть немного и тихим, но нормальным, его можно было усилить. Ничего страшного в этом не будет. Вот. Здесь у нас происходит неведомая фигня. Мы можем вот в этот сектор посетить и вернуться обратно. Я бы, кстати, так и сделал. Ох, зря я это сделал, скажу я сейчас. И, наверное, первое, что я бы сделал, это... Ух ты. Кнопка, как интересно, расширяется. Первое, что бы я сделал, это как только он выстрелит... Он сейчас выстрелит. Включил нашу активацию. И этот сволочь все-таки успел куда-то попасть. Дам побыстрее из этого режима выйти. Сделаю классическую такую наводку с лазерами. 3 на щит и 1 на вооружение. И ох, зря я это сделал. Так. Естественно, он сейчас попадет. Я немножко увеличу шанс. Здесь уже 2 лазера на систему. 2 лазера на вооружение, 1 лазер на вооружение. И кто-то свой навык повысит. И вот то, что сейчас происходит, мне совсем не нравится. Щиты у нас немного поломаны. Но сейчас мы все исправим. Оу, лол. Сбил дроида. Бывает. Стреляем по комнатам, которые остались. И ждущий наш автопехотчик развалился. Валим быстрее отсюда, я как-то не сообразил. Да, ready, next sector. И куда нам прыгать? Вот мне интересно. Наш engine controlled sector или rebel controlled? Вот даже не знаю. Давайте посмотрим. Так ли нам важны наши... В принципе, важны. Я говорил про сенсоры. Rebel, Engine, Rebel. Это главное... Враждебный сектор. Ну, давайте повеселимся. Я думаю, враждебный прыгнем. Почему бы и нет? И
Да, половина маяков была уничтожена. И тут правят разбойники. О, астероид Филд. Ну, мы облетим это мимо. Да, конечно, открой. Примем. Нам дали 5 дронов. Абсолютно нам незачем. И нам нужно прибыть зачем-то в локацию. Ну, поплыли. Конечно, мы поможем кораблю Федерации. И первое, что бы я сделал... Товарищ, который следит за вооружением. Ой, вы, кстати, у меня не полеченные. Складываем наши полномочия. Надо бы тебя отправить сюда. Вот, один попал в щит, другой попал мимо. Вот, ждем. И классика, три лазера сюда. Кстати, уже второй уровень щитов. Нам и самим пора апгрейдиться. О, сбили эту летающую фигню. Ну, сейчас будет довольно интересно сражаться. Я думаю, даже все четыре налазят. Да, это у нас дрон-защитник. У меня, кстати, автоогонь включен. Пусть он идет на щиты. Так, а ты у нас на вооружении, иди. Да вы снайперы. Вы просто снайперы какие-то. Так, пусть он стреляет тремя лазером по щитам и один по системе дроида. О, уничтожил дроида. А, мимо промазал. Мимо он должен попасть по системной комнате. А попал не туда, куда надо. Так, снова по щитам. Так, замечательно. А, ты где? Он в... не знаю где. Так, сволочь. Quickly tried to rescue Q. О, и нам дали нашего замечательного нового члена экипажа, которого я, естественно, называю как-нибудь. Кстати, пора Максвелла переименовать в Джеймса. Так, Джеймс. А тебя нужно переименовать в какого-нибудь... А пусть ты у нас будешь стариком Крупским. Во. Так, старик Крупский, иди отвечает за двигатели. Так, ты у нас за щиты, ты у нас за оружие. Сохраняемся и пусть идут чинят вот эту замечательную систему. Но бомбами они нам, конечно, навредили. Так. Тут Небула. Небула нас спасет. Интрудерс он борт.
Так. Кто посмел? Кто посмел? Кто посмел? Так, идите в госпиталь все, а? Тут мы тоже сюрприз устроим. О, отлично, все померли. Все, капитан, иди в свою каюту. Кстати, чисто теоретически, если здесь открыть двери, то ни один не сможет сюда попасть. Только пройдя через некислородное поле. Это такая отделенная рубка. Так, кислорода у нас 50. Я бы сел открыть двери и открыть наши системы. Вот. Чтобы двери временно содержались. Так, ну кислородом более-менее сейчас. Ой, и систему кислорода нужно сделать тоже апгрейд. У нас не хватает денег. Все-таки нам бы очень не помешал апгрейд щитов, потому что сейчас у нас магазин. Так, можем продать эту пушку. Вот это что-то такое интересное. Advanced Fidel Navigation. Автомат Reloaded. Так, но нам прежде всего вот это важно. Все остальное второстепенно. Винсент Элизабет. Фух. Да, наши шлюзы позволяют двери спустить, да еще и как. Так, ну придется сражаться. Привет! Типа крутой. Ну раз крутой, то вот тебе по счетам 3 выстрела. И вот тебе по... Даже я не знаю, что у него за вооружение. Так. Да, одного дроида шибли. А, у него ионная пушка. Понятно. Я так и знал. Щиты парализовал. Гад. Это кинул. Как-то он запустил второго дроида. Если у него даже... Даже система повреждена была. Хотя вот этот вообще застыл. Что это за компьютерный ход? Так, пусть стреляет в общем, пусть попали? Нет. Нет, по нам не попали. Странно. Так, и что у нас тут квестовый маркер скажет? Вы прибыли в локацию. And investigate. They are gone insane. They are coming. Мартин. Воу. Так, ну, слушай, Мартин.
как этого звали, Мартин Лютер? Вроде Мартин. Сейчас я ему устрою бучу. Спустим. Да, они системы повреждают, тем самым корабль убивая. Хотя, пусть вот так вот будет. Зе райет. Так, шлюзы вот так открыты. Конечно, двери они пробьют. Так. Так. Кальциум, магниум, АБСД, витамин. Так. А, ну они все... Поподыхали они все. Вот. Ну и замечательно. Так, Фридрих. Вообще, все вы идите чините госпиталь. Вот у нас Мартин так и будет. Джеймс Максвелл будет всем рулить. А Мартин у нас что? Not enough power. Не, считам, пожалуйста, приоритетную энергию. Так. Для щитов нужно еще 100 энергии. 100 энергии и хватит. Плюс систему кислорода. Систему кислороду. А, ну естественно. Апгрейд. Так, кислород у нас быстренько-быстренько повосстанавливался. Вот что-то боюсь, что я очень громко говорю. Вот если я говорю громко, это уже будет никак не исправить. Систему кислороду off. Двигателем он. Питание. Ну давайте слетаем. Все, он дрожит. О, привет. Мед не тает. Извините. О, не могу я эту фразу произносить. Так, значит, два лазера сюда. Один сюда, другой сюда. Так. Да, 10 секунд были немного излишни. Два лазера сюда, один сюда, второй сюда. А, блин, вы просто... Просто какие-то, я не знаю. Если они сейчас улетят, это будет лютый фейл. Фух, успели. Так, Фридрих, не госпиталь. Да они читеры. Так, значит, двоих, даже троих, пожалуйста, сюда. КТЛ Черджинг. Да блин, сколько можно по щитам бить? Так, товарищи. Так, Мартин Лютер, иди сюда. Так, значит, Джаб и Мент. Позвольте. Фух, успел. Да, но нас как-то заметно потрепали, еще осколки тут зависли. И что я сделал?
Фиг знает, что я сделал. Так, Владимир Ленский. Или Владимир Ленин, или Владимир Ульянов. Все равно Владимир, пожалуйста, вставай на свои исходные позиции. Солнце. Литер, вода, наши худшие друзья. Не. Ну, в космосе да, на Земле нет. Не, ребят, давайте через Солнце. Я так и знал, что будет Intruders on Board. Сейчас еще госпиталь бомбит. Сейчас мы им сюрприз устроим в виде спущенного кислорода. Да, западне. Вас ничто не спасет, и даже спущенный кислород. Так, нас кто спас. Так, вот эти двери, я думаю, нужно позакрывать. Не понял, а почему это не закрывается? Так, ну вы убьетесь? Странно, чё эта дверь не хотелось открываться? Ой, соляр... Эмерит. Нет, спасибо, не надо. Мы улетим. О, пожалуйста, трейд. Слушай, не знал, что тут такие добрые все. Ридер, ходи, лечись. Возвращайтесь на посты. Так. Я записываю. Записываю. Rebel Stronghold. Вот знаете, ребят, у меня такое предложение. Прыгаем сюда, но уже в следующей серии, поскольку это закончилось. Спасибо, что смотрели, увидимся в следующей. До свидания.